Всем привет! С вами Полина, и сегодня я вам расскажу, куда не стоит ходить в Киеве. На самом деле шучу, стоит ходить везде. Но сегодняшнее место меня абсолютно не впечатлило, и сейчас я вам расскажу почему. Покажу это место, покажу интересные штучки из этого места. Ну, в общем, приятного просмотра! В общем, сегодня я ходила в Пинчук арт-центр, потому что мне там нравится, я раньше любила этот. Я называю это музей. Центр, где можно смотреть разные неформальные выставки. Но сегодня что-то меня там все очень огорчило. И единственную мысль, которую я туда вынесла, это я никогда не полюблю современное искусство. Там реально очень много всего такого современного, якобы красивого. Например, там были такие картины, которые нарисованы под воздействием каких-то наркотиков. Ну, принял наркотики, ну рисуй себе дома, зачем их показывать? Они некрасивые. Ну, на мое субъективное мнение, мне очень не понравились эти картины, они очень странные, страшные. Ну, короче, я не знаю, зачем такое показывать. Какие-то были инсталляции из пластыря, из обычного бактерицидного пластыря, там была такая инсталляция. Единственное, что меня там порадовало, это... Ну, не то чтобы порадовало, мне было действительно интересно. Там были картины, которые показывают определенным заболеваниям зрения видят мир. Мне, например, всегда было интересно, как видят мир дальтоники, но ничего не понимаю, как можно видеть мир по-другому, не так, как я. И там была такая болезнь, люди видят слепое пятно, и они видят не весь мир, а только кусочек, а посередине мира у них черное все, я сейчас тоже. Мне это было интересно, это было познавательно. Я, правда, болезнь не запомнила, но теперь я знаю, что такие люди есть. И это, на самом деле, единственное, что меня порадовало из всей этой трехэтажной выставки, и вот это меня огорчило. Я, как настоящая коренная киевлянка, не знала, как найти дом с химерами. Я была здесь, по-моему, один раз в жизни, в детстве. Вот я тут детская площадка, я тут на детской площадке игралась после танцев и видела краем глаза дом с химерами. И вот я сегодня его нашла, пришла, а туда нельзя войти, ну, по крайней мере, снизу. Там вон забор, там сидят охранники в касках, в форме, с ружьями, с автоматами, наверное, не с ружьями явно. И не пускают туда никого внутрь, может сверху, у меня сейчас получится пройти, в общем, сейчас попробую. Нужен мне глоточек искусства после этого Пинчука арт-центра. Меня пустили в дом с химерами, это только тут, походу, нельзя снимать. Там можно приходить только в субботу и воскресенье, но я не знаю почему. Меня пустили к забору. Вот, сейчас я вам покажу. Я прочитала, что нужно найти крокодила на доме с химерами, и тогда у тебя будет много-много счастья. Сейчас буду стоять как дурочка, искать крокодила. Правда, никаких крокодилов не видно. Мне крокодила, надо на выходных приходить, потому что только с одной стороны видно. Вот. Будем искать крокодила в субботу. Я надеюсь, я сюда приду. Будет немного счастья, пока будет немножко счастья. На этом у меня все. Я пошла домой записываться на экскурсию в дом с химерами. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.